Ребята, всем привет, с вами снова я, Дексон, и сегодня в данном видеоролике я вам расскажу про то, что вам стоит закупить из скинов, чтобы в будущем очень хорошо окупиться. Данный видеоролик будет полностью без воды и разделен на тайм-коды. И у нас будет 4 категории, это дешевый сегмент, средний сегмент, дорогой сегмент, а также наклейки и граффити. Так что кому что будет интересно, можете посмотреть по тайм-кодам. Перед началом попрошу вас поставить лайк и подписаться на мой YouTube канал с колокольчиком, сейчас в моем телеграм колоссальное количество розыгрышей скинов, а также прокачек, так что переходите в него по ссылке в описании. Давайте не будем тянуть, берите все самое вкусное, ну а я желаю вам приятного просмотра. Какое звание у тебя в стендоффе? Именно на GG стендофф ты сможешь это узнать, крутя кейсы со своим званием. Переходи по ссылке в описании, ведь именно там я оставил для тебя крутой промокод на плюс 35% к депозиту, а также бесплатный прокрут барабана. Ну а после пополнения не забудь залететь в режим ограбления гринча и забрать халявный бонус за твое пополнение. Ну а также специально для тебя у меня есть крутой промокод, введя который ты сможешь открыть кейс Silver совершенно бесплатно. Кейсы от 9 рублей и все самое крутое ты сможешь найти именно на данном сайте. Переходи по ссылке в описании и утай инвентарь своей мечты, братиш, я в тебя верю. Дешевый сегмент. Давайте начнем именно с него, ведь у многих сабов я знаю, что нет множества голды на трейд. И именно сейчас я вам посоветую именно те скины, которые с точностью будут расти. Первое это, конечно же, комонки и анкомонки из Origin коллекции, потому что раньше их цена не превышала норму, как это есть сейчас и в других коллекциях. Таких как Furious, Rival и так далее. Но что мы видим сейчас? Цена на даже самые некрасивые скины из нее колеблется от 1 до 7 голды. Также советую вам закупить калаш Tiger из Furious коллекции, потому что по статистике абсолютно любые калаши дорожают сами по себе, либо же их бустят, ну а также это удаленная коллекция и она будет крафтиться. Ну а также M16 Faceit, потому что ее цена сейчас не превышает 2 голды, а выглядит она реально минималистично и круто, да и самих скинов на M16 очень мало, ведь выбор невелик и она сама по себе будет повышаться, потому что зачем переплачивать за такой скин, если и этот круто выглядит. Советую вам закупить калаш карбон, потому что он минималистичный и уже показывает свои намерения на повышение дальше, ведь раньше он стоил не больше 5 голды, а сейчас уже перевалил ценник за 20 голды. Ну а также хотел сказать, что это дешевый сегмент и рассчитывать прям на сильное повышение за малое количество времени не стоит, и лучше всего закупить и просто ждать, и тогда у вас получится наварить на этом хоть мало, но достаточно голды. Средний сегмент. В среднем сегменте мы уже будем говорить про скины до 500 голды. Именно здесь я хотел бы посоветовать вам рарки и эпики из Origin коллекции. Да, в данном видеоролике будет вся Origin коллекция. Но что же нам поделать, если она является самой легендарной и хорошо растущей в игре? Допустим, те же самые рарки из этой коллекции совсем недавно стоили по 20 голды. А сейчас каждый из этих рарок уже стоит по 30 голды. Ну а также эпики, которые стоили по 50 голды, сейчас уже стоят по 100 голды. Так что коллекция хорошо растет и ее точно нужно закупать, ведь если бы вы это сделали раньше и закупили их в большом количестве, то уже окупились бы на хорошую сумму. Ну а также эпик из Furious коллекции, а именно AKR Sport, а вот брать статрек версию или нет, решать уже вам, потому что месяц назад я вам говорил покупать его по 350 голды, когда сейчас он стоит уже по 415 голды. Хотя раньше за такую стоимость можно было найти его с крутыми наклейками. AVM Gear статрек обязательно купить хотя бы в размере одной штуки, потому что с красивыми AVM у нас в игре дефицит. А это мало того, что статрек, так еще отлично выглядит. Ну а также AKR Carbon статрек. Я уже отнес его к среднему сегменту, потому что он стоит уже 250 голды. Он с уверенностью будет расти и дальше, ведь раньше его ценник не превышал и 100 голды. Deagle Dragon Glass тоже купите, потому что сколько бы скинов на Deagle в игру не добавилось, все равно большая часть до сих пор играет с ним, и это несменно классика. Ну и самым последним скином в данном сегменте является скин из Assistance коллекции, а именно M4 Predator. Советую вам купить его, пока она недорогая, и думаю, многие понимают, почему я вам ее рекомендую, а если нет, то тут простое объяснение. В начале из данной коллекции повышался только M9, потом повысился и Avic, ну а следующий на очереди будет M4, а уже после Deagle, который я вам пока не советую покупать. Дорогой сегмент. Здесь уже мы поговорим про скины стоимостью от 500 голды. В самом начале
советую вам нравящиеся вам скины из старых новогодних коллекций любого года, ведь как следствие именно новогодние коллекции больше всего дорожают, ведь скины там реально крутые. Дальше советую вам купить легендарки и арканы из Origin коллекции, а почему я вам уже объяснял чуть раньше. Да и даже для примера приведу вам АКРТХ из Origin коллекции, который за обычную версию стоил раньше всего 2000 голды, когда сейчас первый слот на продажу начинается уже с 4000 голды. АВМ Генезис обязательно хотя бы один должен быть у вас, потому что это удаленная Rival коллекция, так она еще и выходила под Новый год, ну а также ее цена была раньше по 300 голды, а сейчас уже по 500, по ножам уже решать вам, но мой самый главный вам совет, когда будет известно, какой кейс уберут следующим, обязательно закупите ножи из данной коллекции, потому что подождав совсем немного, вы уже окупитесь на большую сумму голды. Наклейки и граффити, здесь сказать уже есть что, и сразу же хотел сказать, для трейда ни в коем случае не покупайте никакие граффити, ведь они никогда не подымутся в цене, или возможно лишь единицы, и то не меньше чем через год, так что данный выбор мы точно отметаем, ну а вот по наклейкам выбор уже большой, конечно же первый хотел посоветовать вам новые наклейки из недавней коллекции Hot Winter Party 2023 года, такие как Hot Winter Party, Snow Meteor, Let It Snow, Ice Hot, ну а также Disco Party Char. Это именно те стикеры, которые стоят сейчас сущие копейки, а потом будут безумно повышаться. Дальше у нас идет легендарный стикер Упс, который сейчас немного более 5000 штук. И стоит он всего 70 голды, для него это очень мало, потому что он голографический и в катках смотрится безумно круто на оружиях. Дальше у нас идут стикеры Infernal Machine, Firecower, Sunset Gold, а также Rage. Это именно те стикеры, которые при выходе не превышали стоимость и в 50 голды, хотя сейчас их стоимость колеблется от 100 до 300 голды. Друзья, ну а на этом наш видеоролик подошел к концу. Не забудь поставить лайк и подписаться на мой YouTube канал с колокольчиком, ну а также в моем телеграм-канале сейчас выйдет пост с розыгрышем данного скина. Так что переходи по ссылке в описании и обязательно участвуй. Ну а если ты досмотрел ролик до данного момента, то напиши в комментариях, я обязательно это закуплю, и тогда я пойму, что именно ты смотришь все мои ролики от начала и до самого конца, и поставлю лайк на твой комментарий. Ну а также хотел бы сказать, что выбирал я максимально крутые скины и стикеры, которые точно повысятся в цене спустя время. И если бы вы хотели, чтобы я снял через время видос о том, как они повысились, то давайте мне знать об этом в комментариях. Ну а на этом все, всем удачи и всем пока, ребята, до новых встреч в следующем видеоролике.